Пошла жара. В Самару пришло лето. 32 градуса днем. Это чуть выше средних многолетних значений, говорят синоптики. Но по ощущениям никакой аномалии нет. Обычное самарское лето. Самый жаркий ясный день этой недели – понедельник. Потом начнет немного холодать, если можно так сказать. В ближайшие дни наш регион смещается холодный фронт из районов, центральных районов России. Он смещается очень медленно и с волнами, поэтому в ближайшие дни будет обуславливать погоду в нашей области. Ожидаем кратковременные дожди с грозами, но температурный фон будет соответствовать летним значениям. 14-19 градусов ночью, 24-29 днем. Ветер перемены 5-10 метров в секунду. Из-за высоких температур ожидается высокая пожароопасность лесов, предупреждают в МЧС России по Самарской области. И напоминают самарцам о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, не бросать незатушенные окурки, не раскидывать осколки стекла и бутылки. Они способны сработать как зажигательные линзы. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно попытаться усмирить стихию огня и немедленно позвонить пожарным по телефону 112. А вот водные стихии постепенно приходят в норму. Уровень воды в Волге за сутки снизился на 8 сантиметров и теперь составляет 30,5 метров. Вода в Волге прогрелась до 19,7 градусов, что всего на полградуса ниже нормы. А значит, можно купаться, загорать и наслаждаться летом. Марина Матвеевична, Василий Колдашов. События.